Ханты-Мансийске состоялся региональный полуфинал федерального конкурса «Флагманы образования». Два уральских педагога заняли пьедестал почета. Светлана Глухих и Майя Котельникова, заместители директора школы номер 12, успешно прошли отборочные этапы и оказались одними из лучших среди 28 коллег из различных муниципалитетов Югры. Нужно было совместно организовать решение задачи, которая была поставлена, решение кейса, разработать проект, разработать там план мероприятий. И, соответственно, просматривали тоже надпрофессиональные компетенции у каждого участника, смотрели, как он умеет справляться с этой задачей, как он умеет коммуницировать в команде, как он умеет доказать свою идею, отстоять там, или на результат всей команды положительно поработать. Всероссийский конкурс «Флагманы образования» проводится для формирования кадрового педагогического резерва России. Участие в мероприятии принимают как специалисты, так и студенты. Личностные и коммуникативные навыки, умение работать в команде, системное мышление и анализ информации. Эти и другие качества конкурсантов оценивают эксперты. Мы участвуем, честно, не для карьерного роста. Мы участвуем для того, чтобы прокачать свои управленческие компетенции, чтобы научиться чему-то новому, и чтобы те практики, какие мы получаем, вот участвуя в конкурсах, мы могли реализовать на своем коллективе. Теперь конкурсантов ждет следующий большой этап – финал конкурса «Флагманы образования», который пройдет в ноябре в Москве. А наработанный опыт будет реализован уже в родной 12-й школе.